Ну что, дорогие друзья, отправляемся дальше. Посмотрим, что нас ждет теперь. До этого мы забили шипастого монстра, правда, не с первого раза, хотя иногда можно и с первого, но мы иногда забываем о том, что есть осторожность, а есть, так сказать, наглость. И у нас не получилось немного скомбинировать это. Давайте отправляться сюда. Серьезно, что ли? Только что был один босс, опять с кем-то драться. Вы серьезно? У вас есть совесть? Нет? Охренеть. И кто это у нас здесь? Ты кто? Иксилис? Хрена себе. Что-то радости, блин, привалило. Херню тут призвал, блин. Понятно, блин. Так-то нормально сносит прям. Вы чё, суки, а? Я понял. А если вот так? Чё, сука, а? Ёб ты мать, вас что, двое, что ли, блядь? Понятно, вот так бы почаще бы делали вы. Тихо, 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 сука. Ну где ты, мать твою, а? Так, один поиграл. Остался еще один. Что ты орешь-то, блин? Да? Ну серьезно! Ты такой конченый, а? Ну как ты мог обосраться-то, блядь, а? Ну... Я прям отвечаю, что я мог сейчас просто вывести с первого раза, блядь, хоть одного босса в своей жизни, блядь. Такого нормального прям, сука, блин. Специально мост этот сделали здесь, ублюдки, блядь. Давай, заходим, блин. Блин, как столько патронов поушло, а? Давай быстрее, блин. И еще вот так. Да, блядь! Да дайте его встать, сука, мразоты сраные, блядь. Отсоси.
Да что ты, блин? Сука, коррозия сраная, блин. Тихо, тихо, тихо. Не ливай. Да, блядь! Да ебать в рот! Вот просто, вот ни о чем, вот. Заряжался бы еще быстрее, и так на максималку вкачивать, перезарядиться ни хера не может. Да вставай ты, блядь! У тебя что ли проблема, блядь? Давай решать будем. Давай! Да, блядь! Ладно. Я еще и бонус получил. Вот это мне понадавали прямо. Ни хрена себе, блин. Че так много-то, блин? И что с этим делать-то? Почитать палач. Что дает палач? Бонус шанс у крита. О, вот это надо качать. Криты нужны. Чем больше, тем лучше. Так. Тогда что? Нам нужно как минимум... Офигеть. 26 навыков, чтобы добить мастера уязвимости и палача. Оставить воина... Добытчика. 10 лома, как бы это нормально, фиг с ним. Так, а что у нас с рюкзаком-то? Стражи щупальца. Пусть получается, если мне фартило, то я мог забрать уникальную вещь с каждого босса, да? Клавигера мы взяли, допустим, кувалда, энд, кромсатель, нечистый, шипастый ужас и, естественно, эксилис. Так, ну что, мы завалили еще одного. Точнее, двух сказать. Наверное, они братья были. Хотя уже это и не важно. Рюкзак забит. Но прям чуть-чуть не дожал я до первого раза. И второй раз тоже можно было... Ну, значит, так должно было быть. Рюкзак забит. Мы их сломали с третьего раза. Зато мы получили все, что вышло. Не успел он разозлиться, типа. Ух ты, Малика, тут еще даже бонусы стоят. Ну-ка. Давайте посмотрим. Плохо. Лома у нас 15 тысяч, да? Так.
Но оружие прокачал-то полностью. У меня получается пистолет вкачан. Да все вкачан абсолютно на 15 уровень. У меня в рюкзаке получается оцинкованное железо 15 всего лишь. Зато у меня дофига железа, кованого железа, который нафиг никому не нужен. И 300 лимнитовых кристаллов, которые тоже я не знаю куда применить пока что вообще. Вот здесь, кстати, богатый урожай. Ну что ж, отправляемся дальше. Я не знаю, что нас теперь ждет. Но как-то это было интересно. То есть шипастый был какой-то, да, у нас босс. А потом, получается, появился Иксилис. И что? Получается, я их всех поубивал. А куда теперь-то бежать? Получается, болото зачищено. Правильно? Правильно. Вернуться к бессмертному королю. А, так тебе нужно сердце Иксилиса. Вон, ну как. Тогда давайте сделаем так. Сейчас я возвращаюсь обратно, иду той же дорогой, как и шел, убивая всех просто ботов. И качаю себе таланты. Некуда класть. На крит. А потом я очень хорошо подумаю, кому мне отдать этот камень. Или сердце, кому как больше нравится. Либо отдать ее бессмертному королю, либо королеве. Хотя можно бессмертного короля, допустим, и послать. Ну, вообще, в принципе, можно ему не доверить этот, так сказать, инструмент с этого босса, а отдать его, допустим, королеве. Но я не знаю, в чем смысл. Ладно, сейчас разберемся. Давайте мы тут немного, так сказать, пошаримся. Опять поубиваем пару ботов. И на этом завершим. Сколько за них дают. Ну чё, где кто? Здесь еще можно фармить пока. Здесь еще можно фармить. Но самый лучший способ подземелья, наверное. Кто следующий? Ну 20 очков, конечно, это на палача дофига. Ладно, броню мы себе нашли, если никакой сет больше не найдем. Ну тогда ладно. Даже подбирать-то в принципе уже ничего не охота. Главное их убивать.
чтобы прокачка шла. Кованое железо, хотя и то нам уже оно не нужно. У нас уже кованое, надо железо кованое где брать, я вообще не знаю. А, друган. Кажется, у меня проблема. Да нормально все, переживай. Если качать дальше у нас винтовку, для прокачки, по-моему, нужно кованое железо. У меня вот до сих пор мысли в раздумьях. А кинуть ли короля или все-таки отдать ему? Или отдать его королеве. Я не знаю, в чем плюсы королевы и бессмертного короля. Хотя, в принципе, я ему обещал добыть ее. Вот в чем вся пачка. Да, за работой называется прокачку, да? Здравствуйте. Опять ты? Хорош. Давай. Да пошел ты, блядь. Еще бы мой, блядь, бегал бы нахуй нормально. Да иди ты нахуй, заебал ты со своей, блядь. Что, давай. О, справился. Идем, как мы шли. Сейчас сюда заходим, потом так выходим. Так, что у нас? Шанс крита. 3 очка, да, уже? Получается, максимальный крит это 20%, да? Ага. Так, допустим, атака винтовки. Так, бонус шансу критического урона 3%. Урон при критическом попадании 50%. Бонус урона ближнего боя 22%. Так, здоровье 175. Выносливость секунду 3-4. Скорость движения 0. Хорошо, понятно. Посмотрим, чё. Ну что, давайте подземелье пройдем по новой. Хотя это не подземелье, это выход от шипастого монстра. Но мы же возвращаемся обратно. В реальности, если так разобраться, разорвали бы мне давно бы уже там, да и любого разорвали бы. Это не вообще нереально против таких вот монстров воевать в жизни, это вообще невозможно. Просто убьют. То в игрушке так все можно сделать, а в игре не, так не получится. Ну что, постреляем.
Проснись и хуй, блин. Понятно. Хочешь познать, да? Нелегко было. Криты неплохо выпадают, даже на таком проценте, на маленьком прям нормально заходит. Так, ну примерно надо тут раза два, наверное, пройти вот эту пещеру, чтобы что-то фармилось. Смотри, уже мало дают. Надо валить, короче, королю. Ни о чем дают, все. Сейчас посмотрим, сколько с этого дадут примерно. Ну, 726 у меня, да? Ну, давай. Смотрим. 40. Ну... Фир узнает. 40 как бы тоже неплохо. За этих-то по 12 дают. Тоже, в принципе, ничего. Ну, посмотрим сейчас. За что ты меня так? Пошел ты, блин. О, справился. Я еще даже 1000 не набрал, а уже пол этого перемесил. У меня уже лома сколько? Ну, 17, да? Так. Сколько же пришлось это фармить, этот лом покупать, все это. Ну да, это оцинкованное железо. С 11 15 уровня для особого оружия. А, оружие брони, да? А дальше надо кованое железо, да? Смотреть, так, рюкзак, да? Чё тебе надо, а?
Занят я. Так, посидеть, отдохнуть. Нелегко. Это верно. Так, если смотреть рюкзак, да, материалы смотрим, допустим. Кованое железо. Оно идет с 6 по 10. Оцинкованное, стоит по 15. А вот потом идет какое? С 15 на по 20 какое-то еще железо идет, правильно? Правильно. Но у меня его пока нет. Где его добывать, неизвестно. Скорее всего, это будет после драки с бессмертным королем. Можно сейчас просто дойти до него. Просто дойти. Ну, именно дойти до этого места, да, потом. Получается, мы закончим. Я буду очень хорошо думать, кому мне отдать данный, так сказать, инструмент монстра. Либо королеве, либо бессмертному королю. Так, где сидит королева? Мы пока к ней не пойдем. Нам это не нужно пока. Сколько у нас процентов сейчас? 5. 5% неплохо, в принципе-то, да? Хорошо, хоть это сделали, фиксированный фарм опыта на талант, не увеличивающий ничего. Нет,
так меч возьми, в чем проблема-то? Ну давай, раз хочешь. Опять ты что ли? Нелегко было. Ну, нелегко так нелегко, но все равно. Черт. Идем дальше. Идем, ребята, дальше. Тут и мясника завалили. Тут и, блин, шипастого монстра. Плюс еще два эксилиуса. Кого только не было, блин. Так, посмотрим. Если мы сейчас пришли, то мы на этом закончим. Если мы сейчас скоро попадем к нашему общему другу, бессмертному королю, то лишний раз подумать, стоит ли ему отдавать. Может попробовать с ним зарубиться. Тогда королеве она тоже просила. Самое главное, какая цена за это будет.
Ну, кончились патроны. Ну и ладно, хер с ним, что теперь. Кто там топает так, как слон? Ну давай. Мы тебя ждем. Оп. Пузырь находит нового, так сказать, врага и садится ему на башку. Это напоминает Half-Life. Причем реально напомнило Half-Life. Там тоже были такие же монстры, там Ривенхольд, по-моему, город назывался. Там такие же были странности. Я вот не понял, вот это что за портал? Как его открыть? Ведь какой-то ключ же надо. Как вот его открыть? Сердце стража. И непонятно вот, как его открыть. Может быть, потом мы найдем ответ на данный вопрос. А может быть и нет. Хрен его знает. Если честно. Посмотрим. Ладно, чё, так, что у нас тут по времени? Почти 40 минут мы, да, уже? Давайте еще постреляем и закончим на этом. Ну что, заходим на контрольную точку и сохраняемся, и все на этом, ребята, заканчиваем. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, за пламенный прием, подписочка, комменты, лайкосы, берегите себя, удачи вам!